Само собой, приятно слышать такие слова в свой адрес. Но это никак не ослабило и никак не повлияло, в любом случае, на мою или на брата игру. Безусловно, сделали выводы какие-то, обговорили все, и постараемся не повторять этого. Безусловно, это большой опыт. Не так часто играем с такими топовыми командами. Отличная проверка для нас, для каждого из футболистов. Поэтому очень рад, что попалась такая команда и что можно себя проверить. Много показателей и показательных матчей было, где можно все исправить. Возьмем там Барселону ту же с ПСЖ. Поэтому надежда есть, постараемся сделать все возможное.